я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Когда я был безумным и беспечным, шальная кровь играла, как вино. Ее любовь казалась бесконечной, и я не мог подумать об ином. Но день за днем, растрачивая всуе, я делал ей больнее и больнее, и потерял любовь ее святую в те дни, когда она была моей. Как поздно мы становимся мудрее ценой утрат, ошибок и потерь. Кого теперь она ночами греет, кому она любовь дарит теперь? Пусть будет все ее послушно власти, пускай Господь хранит ее детей. За то, что я узнал земное счастье в те дни, когда она была моей. Это Сергей Трофимов. Вот это самый Трофим? Да. Это он, коварный искусатель. Со всех сторон срывается. Подпирает, да? Ну, некоторые уже слышали, а некоторые не слышали. Я из тех, кого за смертью даже не пошлешь. Я вчера пошел за пивом, целый день ходил. Намочил меня слепой расплакавшийся дождь. Или это сильный ветер мне навстречу был. Собирать грибы пытался до скончания дня. Был задержан участковым прямо под грибком. Оказалось, есть на теле дырка у меня, и все время вытекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел лошадь, покурил махорки, и она тоже с капли никотина умерла, скотина. Капля эта маленькая смерть. Пива не бывает много, всегда мало, тихо подрастает на боках сало. Ждут друзья к обеду, а меня нету, а без пива разве это жизнь? Я ходил на кладбище развеять свою грусть, и в мусоропровод бросил 8 раз курить. А к друзьям я этим летом точно не вернусь. Если я приду без пива, могут и убить. Я и не заметил, что конец мая, я концы у мая редко замечаю. Вместо пива принесу друзьям водки. Водка – это маленькая жизнь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Катюшечка, что вам еще? Чай, может быть, кофе? Стихи пишу очень редко, это когда она болит, вот, поэтому пока стеснее, что сказать, если его. Но я хочу сказать, что звук гитары – это очень большая вещь. И вот он нас всех объединяет, и вообще звук гитары заставляет вот, вернуться к себе самому, тому, как нас создал Бог, так будем говорить, чтобы мы чувствовали вот, сердце, слышали сердце и видели сердце. Вот за это я вам благодарна, потому что каждый раз, когда я слышу гитару где-нибудь, я чувствую, что опять вернусь к себе.
Другое дело, что у нас события в жизни часто впихиваются этого состояния сознания. Но это всегда прекрасно. Так что вам большое спасибо. Я надеюсь, что я не в последний раз с вами. Потому что я всех еще вижу. А сегодня просто надо бежать. Спасибо, Оль. Спасибо. Это как бы, дай бог, не последнее, да? Я думаю, что это просто не последнее. Ну, я имею в виду то, что... Нет, ну-ка, вот, вообще я не возражаю, что ты можешь... Это любое слово «вещание» — это тост. Нет, это может быть и тост, но может быть и просто и... Не, ну это прозвучало вообще просто как гениальный тост. Нет, ну я очень благодарна, что вы... Но в этом отношении я только могу сказать, что... Это, знаете, как в уроке. Звук гитары заставляет плакать грёзы в тиши. Из уст её широких мест, полно птицы летает. Звук закончили души. Вот я лыжку очень люблю, и я считаю, что гитара нас именно возвращает в нашу душу к этому самому настоящему. Так что спасибо, Катя, вам большое спасибо, но я вам уже и говорила. Потому что это ощущение, когда ты выходишь как бы в стол, и ты всех любишь, вот это самое главное. Потому что это то, что нам дается от Бога. То есть принимать этот мир такой, как есть, и всех любить. Не знаешь, ничего не имеет, но самое главное вот, чувствовать эту жизнь, жить полноценной жизнью. Так что я вам всем благодарна. Спасибо. Спасибо. Катюша. Сергей, стой. Может быть, кто-то еще час. Давайте еще по кашке. Еще по кругу. Кто еще может там. Александр, кашу всем рекомендует еще раз. Хотите? Ну, а что?